Всем привет, с вами Ветеран ДКД. Мы продолжаем проходить Хорус. Так, вроде бы так. Итак, мы появились... Точнее, мы выбрались снова на этот балкон. Где закончили предыдущую серию буквально. Вот так вот, мы заканчиваем серию там, где... Откуда мы ее и начали. Это забавно. Так. Где-то ходит Ревенант. Не могу понять, те где. Кстати. Можно еще вот сюда пойти. А, ну да. Здесь просто лестница. А, можно сюда было попасть двумя путями. Откуда здесь взялись повторно пейны? Кто мне может сказать? Ух ты, сверху такие светильники прикольные. Как-то сразу не заметил. Ладно, давайте попробуем туда еще раз забраться. Так. Ты уже приловчился. Методом проб и ошибок. Так, мы шли направо, мы пойдем налево. Вот сюда мы, по-моему, так и не дошли. Так. Да, как минимум туда можно будет сигануть. А, нет, смотрите, мы вот здесь БФГшку-то забрали. А, вот. Вот сюда мы не шли. Да, мы здесь не были. Явно. Свечка. Уединение. Так, блин. Ох. Ладно. Так, 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 побежали, побежали. Налево. Так. Вот сюда. И вот сюда. Есть. Фух. Так, что у нас имеется под рукой? Будем использовать вот эту пушку. Хорошо. Пока все гладенько. Так, смотрите, здесь есть красная кнопка. Забавно, вот так срезано как раз под кнопочку. Первый раз такое вижу. Ага, телепорт. И здесь есть огромная красная кнопка. Скорее всего, это пустить ядерную бомбу. Мне кажется... Ого. Провода повылазили. Нифига себе, такой агрегат. Сделан довольно серьезный такой пульт. Какая-то главная рубка. Не иначе как. Ага, смотрите, мы здесь нажали, и тут красный пиптик тоже. Тоже заполз. Ладно, остается нам только вот сюда. Как бы. И мы появились на старте, но здесь что-то изменилось. Ого, смотрите там. Ладно, давайте пока спустимся. Вот этого снимем. Так, попробуем туда запрыгнуть, я думаю. О! Срок это. Обстрелять бы всех. Вот только. Как туда повыше-то забраться? Не знаю, не знаю. Вау! А нет, смог. Я думал, нереально. Хорошо. Разделались. Прыгаем вниз. Так, здесь ничего не было, то я так спрыгнул резко. Ох. Так, засейвлюсь. Конечно, хочется туда прыгнуть. Для начала это еще надо попасть, конечно. Возможно, лучше будет оттуда туда попасть.
отсюда запрыгнуть, конечно же, будет тяжело. Так что мы, наверное, прыгнем сначала вот сюда. А там уже как получится. По-моему, заработал какой-то механизм. По-моему, лифтов опускается. Скорее всего. Да, здесь тень немного неправильно. Тень, по идее, вот здесь должна быть. Так вот. И отсюда. Ну, понятно, тень не так уж и просто вымерять. Это дело такое. Вот здесь правильно. Как раз вот захожу в теневую сторону, и солнца не видно. И так оно и есть. В жизни так оно и есть. Можете проверить сами. Так, у нас есть еще один телепорт. Забавно, это ж можно туда прыгнуть, да? Смотри, там кратер. Очень круто. А, это светотокон. Прикольно. Прикольно придумано. Очень круто. Так, ладно. Как бы там ни было, этих мы двоих ограбим. Нам бы как-то повыше залезть. Поэтому мы там будем. А здесь можно и так зайти, отлично. Секрет. 3 из 6. Короче, на каждую серию по одному секрету. Примерно. Короче, серия затянется на 6 серий, так что... Я уже понял. А, показалось проход. Ладно, хорошо. Ну, значит, понятно, куда будем идти. Все, залетаем. Как обычно. Так. Туда даже если мы запрыгнем, это ничего нам не даст. А, я телепорт еще не использовал. Там, по-моему, стекло. Можно сюда обойти. Так, давайте попробуем. Вот что я скажу. Давайте сначала попробуем телепорт. Вау! Нифига себе, попробовал. Нифига себе, вы видели это? Что это было? Так, ладно. Не знаю, у меня... Рокет, но я же рокет там не смогу использовать. У меня кроме... кроме автомата больше-то ничего не осталось. Потому ладно, пока оставим эту идею. Мы к ней еще вернемся. Главное не забыть. Но я был... Я был в шоке. Но на удивление... Я еще довольно цел. Итак, у нас снова есть выбор. Либо прыгнуть туда в каньон. Либо телепортироваться. Смотрите, какая там база. Нифига себе, суперсовременная, мне кажется. Там. Мне кажется, на месте старой базы отгрохали вот такую вот новенькую. Вот такие вот впечатления создаются. Берсерк. Или рискнуть прыгнуть к баронам. Давайте посмотрим. Вах! Вах! Да. Я знал. Ладно, нафиг. Ладно. Кстати. Ай! Блин. Все профукал. Все, ладно. А ведь мог бы. Эх, поехали. Так.
Все, тогда... Что я скажу? Прыгаем. Да, прыгаем вот сюда. Давайте обследуем вот эти кратеры. Круто, вот здесь мы ходили, кстати. Еще в первой серии. Исследовали. А вот здесь я не могу спрыгнуть. Почему-то. Следственно, не могу... Хотел так вот пропрыгнуть. Что мне там мешает, а? Да вроде бы ничего и не мешает. Хотя, наверное, это из-за теней, да? То есть тени там impossible какой-то дают. Ладно. А, ну, наверное, да, да. Скорее всего, оно так и есть. Хорошо. Тоже вот окна, допустим. Солнце-то вообще-то не видно. Хотя красиво, конечно, получилось. Вот здесь есть солнце, пробивается. Вот здесь, допустим, хоть как-то еще достает, хотя здесь будет тень. Этого окна вообще не будет видно. Да и вот этого тоже. И вот этих, соответственно, тоже. Но так, в принципе, красиво. Конечно. Здесь ничего и не поспоришь. О, лед. Выселили. Так. Хорошо, набрались. Двустволочки. Думер на коньках. Вау. А, и это мы... Спустимся в каньон, да? А можно ли было как-то перепрыгнуть? Вот это мне интересно. Блин, это же обходить очень долго. Ну ладно, поехали. Что уж поделаешь. Так. Это я присматривался к теням, я думал, просто здесь... Пиксель, наверное, сделан, да? Где-то вот здесь. Как отдельная стеночка. Для теней. Вот тень, допустим. Вот, я уперся в нее. Ну, как-то... Как такового, конечно, импосибла там... Я не замечаю, ну. Мало ли. Так, ладно. Поехали по новой. Конечно, слишком много я здесь брожу. Хожу. На этом месте я топчусь. Сейчас чувствую, все-таки придется нам сразиться... С бароном. Ну, для начала я попробую еще прыгнуть там, где кратер. Да нет, я не допрыгну. Даже если захочу. Если это фон, то, в принципе, фон получился довольно удачно. Очень прикольно. Потому что кажется, что там тоже можно побегать. И все такое. Вау! Так. Сейчас я буду, скорее всего, по большей части молчать. Хотя... В общем-то, ух ты ж такой! Ух ты ж такой! В общем-то... И, в общем-то, все обошлось. А что, я сюда уже заходил, да? Такие не погибшие, красный. А, секундочку, да это же старт. Вау. Ох, какой хитрец. Какой хитрый.
Бармалей. Вот так вот. Блин, я один Rocket Launcher. Нифига себе, как я сражаться-то буду. Вот это очень интересно. Порой эквивалент мощности не всегда соответствует нужному оружию. Так, скорее всего, мы здесь телепортируемся. Ага, у нас синий ключ появился. Погодь, а где я его взял? Наверное, вот здесь. А, зеленый, я понял. Теперь мы можем вот сюда телепортироваться. Здесь желтый, красный. Ну да, все логично, все логично. Пила. Хорошо. Вот это было просто идеаль. Что ж, мы попали на новую локацию, что могу сказать? Будем обследовать. Мы, кстати, вот там были. Все-таки это не фон. Здесь можно полазить. Все это как-то так хитро сделано. Смотрите, кусок отлетел какого-то странного колеса. Забавно. А, да, точно, это же центральный кусок, где можно было лазить. Так, так, так. Три ракеты осталось. А, ну и... А, у меня пила была, ёлки-палки. А я ракетами разбрасываюсь. Смотрите, здесь были ступеньки, да? Вы серьезно? А, то есть можно будет спуститься, забрать аптечки там, к примеру. И нажать на кнопочку даже. Ладно, давайте таки сделаем тогда. А я думал, можно было с каньона забраться, думаю, да ладно. Ой, здесь скользко. Патроны, отлично. Вот ради патрон уже стой. No! Так, смотрите. Здесь оказался заблудшая душа Ревенанта. Вау. Опасный тип. Я кашу, и он каш. Короче, ладно. Свидимся. А, вот, блин, ступеньки. Здесь добраться до старта, это целая история. О, господи. Фух, я вернулся. Так, ладно, я не помню, на чем я закончил, но здесь есть кнопка. Я ее не побоюсь использовать. Что это, кстати? Какой-то ползунок. Ага. Это надо отсюда начинать. Давай. Ах! Гребаная поверхность Луны. Так, давайте еще разочек. Я не понял. Что такое? Неужели я сломал лифт? А, видимо, только с этой стороны, да, можно? Блин! Она пересечь границу-то. Так, 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 так. А-а-а! Фух! Успел. И что это мне дало? Ничего. Блин. Лифт короткий-то. Может, как-то ползунок поднять? Или опустить? Нет. Ладно.
Так, здесь мы были. Я здесь сорвался со скалы. Так уж вышло. Так, секундочку. И поэтому мы пойдем. Да, нам в другую сторону, оказывается. Обследуем с этой стороны. Вон тот кратер, кстати. Забавно. Напугал. Так, кажется, лифт немножечко поднялся, я так думаю. Скорее всего. Да, смотрите, блин, опять это упражнение. Поехали. О, уже как ас. Здесь понятно. Ух ты. Ой-ой. Вау! Так, 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 так. Ох, здесь у них война идет. Вай, 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 вай. Твою мать. Ладно, будем понемногу отстреливать. Потому что это не дело. Вах! Жизни просто мало. И сейчас любое попадание. О, кстати, здесь телепорт есть. Давайте запишемся. Меня, конечно, жестко подранили. Однако. Однако, позвольте. Здесь. Мы, в общем-то, фактически выкрутились. Так. Отлично, отлично, все полопались. Фу, битва была прикольная. Нам, конечно, было бы неплохо вернуться. Телепорт, ну. Вернуться мы всегда успеем. Сейчас арчфайл набежит. Вот эти штуки, такое ощущение, сейчас они откроются. Но здесь они имеют вид еще и дизайнерский. Смотрите, какая штука прикольная. Круто выглядит. Очень круто. Ах, ёлки-палки. Ладно, в следующий раз мы таки поступим. Так, а пока мы на снежный ком заберемся. Так. Хорошо. Ну все, выше нельзя. В целом, мы восстановились, и это очень неплохо. Но суть, я думаю, здесь было не в этом. Так, ага, мы немножечко назад нас кинуло. Вот, еще один секрет. Очень приятный. Очень приятный. Телепорт радует, то что он здесь недалеко телепортирует. Блин, как, а вот туда тяжело так добраться. Но я смотрю, туда нужно просто добраться, потому что выше больше другим способом никак и не подняться. Вот так вот, ракеты нам нужны. Все, можно здесь спокойно так вот спускаться. Да, блин, там скользко. Черт. Ладно. Ох! Да что ж ты будешь делать? Может, туда дальше просто проехаться? Да и все. Давайте, пожалуй, так и сделаем. Дикс. И поехали. Так. Вот 200. Так, ну зачем мне вот эти хп, в принципе, собирать, если... Если мне ничего не дают.
Вот броню, да. Остальное пусть лежит. Так. Теперь аккуратно спускаемся. Ух. Очень тяжело тормозить. Вау! Блин! Я пока так доберусь. Я офигею. Фух. Вот это жесть. Так, пожалуй, запишусь, потому что... Столько прошел все-таки. Так. Вот там красный ключ. Вау, блин, там не скользко. Так, ладно, я загружусь. Нужно столько прыгать, я уже не выдержу. Так. Такие уловки. Так, вот здесь не скользко. Вот здесь нам и не надо. Ну да, нам ничего не... О, мать! Перемать. Так. Мочите их. Я просто наблюдаю. Интересно, а фаерболы сюда пролетят, нет? Жесть. Я здесь как этот, блин. Пленница. Ау. Чё толкаешься-то? Ладно, я думаю, нужно бы тоже втянуться в процесс. Мамаша, конечно, там здорово сражается, но... На плечах одной мамаши все не вытянуть. Так. Вот здесь надо немного подмочить. Так, менкубусы там. Ау. Клетка хороша, да, как бы... Она не полностью меня защищает. Менкубусы там молодцы просто. Просто провокаторы зверские. Так, менкубусов не стало. Короче, Хелкнайдов будем выносить. Забавная идея, такого еще не видел. Она ни на что не похожа. Собственно. Так, это мне не поможет. Так, а если мне патрону не хватит? Я же могу открыть? Нет? Могу. Уах, уах. Промахнулся. Не знаю, нужно их убивать или нет. Не знаю, в моем мире в живых никто не уходит. Так. Фу. Да, это было смачно. Это было дико интересно. О, здесь вознаграждение. Очень приятное, приятное такое. Отсюда вам мамаша вылезла. А вот еще, смотрите, конура. Есть такая. И какой-то рычажок. Интересно, что он нам дает. Так, еще патроники. Твою мать. Твою ж мать. Перестань оживлять. Я же только их... Не трожь! Зараза. Есть. Да сейчас бы началось по новой. Все, 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 всех умертвить. А лежать? Так, хорошо, у нас осталась только двустволка.
А, хотя еще нет, почему? Плазма у нас есть еще. И ракеты. Давайте поищем еще рычажков каких-нибудь секретных. Я не знаю, это был вообще секретный рычаг или нет. Мне кажется, да. Потому что увидеть на самом деле такой вот горе. Хотя он, правда, выделяется точно. Вот если бы он просто сам по себе был, то было бы сложнее, а так. Так, заберем сейчас вот эту штуку. Да, где он? Вот. Так. Поехали. И по кругу. Потихонечку. Потихонечку. Ух, почти 100. Ну и что ж, будем на этом заканчивать. Мы довольно хорошенько прошлись. В некоторых местах пришлось потупить. Такие вот дела. И в следующей серии посмотрим, что же в этом телепорте. Довольно забавно. Мы нашли в этой серии, кстати, целых 2 черепка. И я думаю, все идет к завершению. Мы скорее всего, телепортируемся на старт. И откроем. Зайдем к красному телепорту. Скорее всего, так и будет. Но все же оставлю на потом. В общем, если вам понравилось, ставьте лайк. Ну, в общем, и всякое такое. Комментируйте, в общем. Ладно, всем пока.